Снова сделал. Здравствуйте. Сзади меня вон сколько крапивы навалом. Там где-то у меня друган копается. Фух, угорел я. У нас тут сигнальчик появился небольшой. Предложили покопать на одной дороге. Вот мы приехали. Вот такое место. Там вверху бараны пасутся, где-то орут. Тут крапива кругом. Камыш. О, как он называется? Пустырник. Там речка, говнотечка. До того светлая. Все говно на дне видно. Ха-ха-ха. Вот тут я уже вспахал маленько. Сигнальчик такой. Такой хороший. Что там будет, непонятно. Сейчас будем долбить дальше. Вон какую ямину выдолбил. Там уже гравий полез. А сверху снял гвоздики. А что ниже? Непонятная судьба. Это корень. Ну давай подолбим еще. Надо же знать, что там лежит. Ну все, яма запечатана. Вот что нашел там. Что за хиромантия, черт его знает. Похоже, как дюраль какая-то. Минут 30 убило время. Копал с помощью вот этого карандаша. Карандаш хороший. Штанга буровая, хорошая. Не гнется. Пошли дальше. Сигнал хороший идет у нас. Ничего выкопать ничего не можем. Ну-ка, подожди. Вот где собака-то у нас порылась. Нашли. Кусок жести какой-то. Ведро. Не? Типа, Похоже? похоже. Ну-ка покачай его. Все, выворачивай потихоньку. Покачай его потихоньку. Глядишь, поди вылезет. А вон и точка сбоку лезет. Железяка какая-то. А она совсем не ведро. Это уже интереснее, да? Интереснее. Слушай, а ломик зачем у нас стоит? Просто так ломик у нас. Так. Вниз. О, возьми ломик, пожалуйста. Сейчас. Да не надо, пожалуйста, возьми ломик и все. И ломиком вот оттуда туда. Вот отсюда, да, ломиком надо ее выковыривать. Все, нажимай, вот оно. Это кто такая? Железячка просто и все. А вот еще колосник не надыбали. Разломался он. И вот такая жестина, это ведро. Тут так орало. Ну, ямка хорошая у нас. 40 см.
Долбим дальше, ищем, копаем. Ну вот еще. Сейчас будем здесь пробовать. Ну вот вымыкали, выкопали лопату. Язык уже заплетается. Вроде не бухал. Она не гнется, она лопается. Ребро жесткости. Вот раньше делали лопату с ребром жесткости. И она не ломалась. Вот такая вот она получилась. Ну, ядреная лопата. Вот так мы ее запчастями вытянули. Потрескалась-то как. Все, все, больше нет тут ничего. Все. Только убери ломик. О! Все, тютю. Мы вот в этом таком месте. Вот в этом месте в таком. Тут раньше были, наверное, дачи. А какие дачи ты видишь, он стройка? Стройка, стройка. Тут дачи были. Дачи там где-то. И за бугром дачи были. Ну а мы продолжаем. Поехали выше. Вот тут где-то пикало. Рядышком. Сейчас узнаем, что там. О, колосничок. Вот он, колосничок всплеснулся. Хороший чугуняка. Ну, поехали выше. Ну-ка, вот здесь. О! Слышно, да? В один голос. О! Ну, вот сейчас мы узнаем, что там валяется. Без лопаты. Тут, похоже, вся гора в колосниках. Вся гора в колосниках. Вот он. Вот еще один. Всплеснулся. Один. Ну вот. Один. Это уже третий. Ну. Ладно, будем искать, смотреть.